Раз, два. Окей. Всем слышно? Да. Вот, дядя, есть кто-нибудь? Делайте, маленький. Людям, да, будет меняться, да. Ну, не слышно. Спасибо. Спасибо, что пришли сегодня сюда. Счастлив вас видеть. Мы все счастливы вас видеть. И из любви к вам я даже настроил гитару. Обязательно нам этот КГБшный свет? Нельзя поставить пару свечек просто? Да. Будет значительно лучше. А вот там сейчас поставить. А свечи мы можем еще закрыть окно сзади. Травы свет убрать. Да. А есть, да? Две большие ложки. Одна только есть. И та дыря. Ну как, вам достаточно темно, чтобы заниматься своими делами? Я наш аккомпанемент. Спасибо. В астрал, тем больше несешь три бедей. Хотелось вечного лета, а лето стало зимой. То ли это рок, то ли законы природы несет. Одни говорят, сегодня в шесть конец света, другие просто депрессивные взрослые. Терпят любовь только за то, что она без ответа. Но каждый из них зарежет, если тронуть пальцем его тоску.
Вчера заходил один ангел, я узнал его по холоду крыл. Он уже не тот, что гнался за мной, да и я уже не тот, что был. Я сказал, заходи, я не враг тебе, наслаждайся моей тишиной. Давай-ка выпьем за того бедолагу, что висит надо мной. Знаешь, я живу от корона к перону, однажды взлетел и лечу. Но если тебе станет хоть немного светлее, то все, чего я хочу. Спасибо крыльям моих рук, крыльям за моей спиной. Одно из них ты, а другое тот коллега, что висит надо мной. Смеяться, они переваривают.
хватит ведь слезы. Посмотри в окошко, какое там небо, какие в нем краски, пушки, коровки.
дари плывай. Я иду с деревянным хлебом, я скажу тебе аригато. Никто, никто и ничей. Весенний ветер, тебе на студии и девяносто ночей. Аригато, мама-сан.